Строительство подземного пешеходного перехода в станице Анапская начали в конце февраля этого года. Завершить планировали к середине мая. Но в связи с трудностями, которые встретили строители на своем пути, сроки сдачи были отложены. Первая сложность – подземные воды. Специально для откачки было задействовано спецоборудование, которое привезли из Адлера. Мощнейшие промышленные насосы откачивали воду в течение нескольких дней. Кроме этого, стенки котлована пришлось укреплять. Строители применили технологию, которую используют при строительстве Керченского моста. На данный момент основной тоннель перехода уже установлен. Идет монтаж лестничных пролетов, выходов и отсыпка дорожного полотна под дорогу. Я от имени всех строителей прошу у жителей города и отдыхающих прощения за то, что мы несколько затянули сдачу этого объекта. Но тут целый ряд объективных причин, которые не дают нам сделать его вовремя. Но, тем не менее, сегодня строительство вошло в свою завершающую стадию. Самые ответственные моменты мы уже выполнили. Переход является серьезным инженерным сооружением. Там предусмотрено и серьезное водоотведение, водопонижение. Кроме того, предусмотрено для людей с ограниченными физическими возможностями лифт, подогрев ступеней, чтобы не было замерзания ступеней зимой. То есть это серьезное такое сооружение, которое, во-первых, необходимо, чтобы было безопасно для людей. Все основные работы планируется завершить к 10 июня. К этому времени появится новое дорожное полотно и открыто дорожное движение. Сам переход планируется открыть позже. После завершения основных работ внутри будет проведена косметическая отделка.